В 20 километрах от Феодосии, в уютной бухте от мыса Планерный до мыса Хамелеон, расположилась та самая страна голубых вершин. Та самая страна коньяков, которая чарует и сегодня. Это Коктебель. Поселок имеет богатую историю. С самого начала 20 век для курорта стал знатным. Сюда приезжала русская культурная элита, художники, поэты, писатели. Постепенно слава Коктебеля росла, и сегодня он превратился в один из лучших курортов на восточном побережье Крыма. Ас-Эль – это современный отель, расположенный в 300 метрах от пляжа и набережной. Из окон и лоджий номеров открывается удивительный вид на знаменитый потухший вулкан Карадаг и Тихую бухту. Интерьер отеля Коктебеля Ас-Эль выдержан в восточном стиле. Элегантно обставленные номера имеют все удобства для комфортного отдыха. Приглашаем вас переступить порог нашего ресторана, где в атмосфере гостеприимства и радушия лучшие повара предложат вам блюда восточной и европейской кухни. Изысканные вина утолят вашу жажду, а тающие во рту восточные сладости прекрасно дополнят вкус свежезаваренного чая, который представлен в ресторане во многих сортах.